Во Дворце культуры Солигорска прошел вечер памяти солигорской поэтессы, члена клубного объединения поэтов «Лабиринт» Любови Ермакович. Добрым словом, вспомнить талантливую землячку собрались знаменитые люди Солигорщины, родные, коллеги по работе и творчеству. У каждого эта неповторимая женщина оставила в жизни светлый след, а для поэтов нашей малой родины еще и бесценный творческий багаж. Любовь Ермакович начала писать стихи еще в юности. Являясь активным членом объединения «Лабиринт», поэтесса стала соавтором трех коллективных книг. Первый авторский сборник стихов, который женщина назвала «Окно в рассвет», был издан в 2017 году. Следующий свой сборник талантливая поэтесса читала лишь в черновом варианте. Поэтому главной целью вечера было передать культурное наследие поэтессы и презентовать ее второй авторский сборник стихов. Книга увидела свет под названием «Наедине с листопадом». А некоторые стихи из нее коллеги по клубу зачитали в зале прямо с новеньких страниц, которые навек запечатлели все, что было дорого поэтессе – любовь к родине и родному белорусскому языку, высокие нравственные ценности и радость жизни. Таким душевным, добрым и безмерно талантливым человеком запомнили Любовь Ермакович, ее родные, друзья и коллеги. Уважение и внимание к личности поэтессы было особенно приятно ее любящему мужу, который также присутствовал в зале. Самым трогательным моментом вечера для него стало вручение диска с записанным голосом Любови Николаевны. Голос Любови Николаевны и ее творчество будет звучать в наших проектах, и мы будем печатать ее стихи, потому что они очень замечательные, прекрасные. И обратная связь ее творчества, она настолько влияет положительно на души и сердца слушателей, читателей. И те книги, которые вот издала Любовь Николаевна, я думаю, что им долгая жизнь будет.